Всем доброго времени суток, с вами канал Артмания и моя семья. Такой вот салатик я готовлю своему малышу. Здесь огурчики, вот я водичку уже добавила немножко. Помидорки, зелень, кукуруза. Короче, такой у него салатик. Я его буду сейчас перемалывать, потому что Дима плохо жует, почти не жует, проглатывает все. Вот. Очень сложно его научить жевать. Так вот. Сюда мы ставим так. Кстати, очень удобная штука. Ей можно чеснок перемалывать. Орехи, сыр, вот тут зелень. Приступим. Ну вот, я же, наверное, жидкости немножко добавила. Так он довольно жиденький. Сюда мы все выливаем. Немножко все равно кусочки получились, но хотя бы не так, как было. Так. Просто наш вертель. Все равно все не вылезет. Ой, запах такой ароматный. Лето напоминает. Вот так вот. Так, вот оставляем тут. Ну, смотрите. Чуть-чуть комочки все равно есть. Может быть, немножечко он пожует. Такой, Димочки, салатик. У Димочки геркулесовая каша, а у папы рисовая будет каша. И также мамочка будет кушать. Вот такой суп мы с вами приготовили. Это пониже. Это будет отдельным роликом выложиться. Как мы его готовили. Что там, как там. Все будет сказано, показано. Да? А Дима у нас кушает кашку. Чего там у тебя? Ты что там, глазки строишь в камере? Куда собрался, Дима? Кто отодрал? Дима отодрал. Дима? Куда ты понесся?
Куда ты побежал, а? И вот мы гуляем. Отвезли Диму домой к моим родителям. И гуляем. Мы здесь сейчас проходим. Здесь был мой садик когда-то. Родные места. Тут была беседка с этой стороны. Дорожка. По этой дорожке, кстати, я гоняла, помню. Была машинка у меня. И с мальчишками. Я помню, держась за эту машинку. Маленькая такая была. Мы ездили по асфальту. А этот играл, смотри-ка, он остался. Он остался. А там адвокат. Этот играл. А я что-то вроде заходила на их. Пыталась сайт найти. А там есть сайт, кстати. Или я находила. А тут был, вот тут был садик мой, вот тут первый этаж. А, слушай, тут жилое здание. Слушай, я даже не знала, что здесь жилое здание, оказывается. Вот мой вот ушла я, а потом он съехал куда-то. Там вот была у нас, кстати, игровая, Жень, в том пристройчике. Видишь, вон? Там игровая у нас была. Аквариум был большой, я помню. Две группы было, одна с этой стороны, другая с той стороны. А вот здесь где-то вот была кухня. Или может вот так, наверное, он занимал. До сюда вот кухня здесь все время. Помню, мама меня ведет в садик, а там манной кашей воняет. Там опять манной кашей. Слушай, а тут машина спрятана. Сугроб. Смотри. А так это не поймешь. А так и не поймешь, что машина. Если бы вот не было вот этого. Ну, растает. Ничего не оттает там. Вот так в сугроб. Залезешь, начнешь скакать по нему, а там машина. Знать не знаешь. Снег идет. Снег. Весной. И так мы все, помню, выходили. Заборчик был, заходили сюда. И здесь гуляли. Здесь была площадка детская закрытая. Были качельки. Что-то еще. Много чего было. Вообще я посетила очень много садиков. Это был мой не первый садик. Так, давай пойдем там, наверное. Не хрюкай. Всем привет, скажи, привет. Что-то уже блики какие-то у меня. У нас снегопад. Третий снегопад за весну уже. Все в снегу. Красиво все как. Весна в своей красе. Вместе с зимой, да, Жень? Да? Все, молчишь. Красота какая. Как гулять вдвоем не выходим, так снегопад сразу. Да? Так сразу снегопад. Все равно завтра, идем мы сейчас в светофор и потом домой пойдем или поедем. Да, оставь у себя поезда. Сейчас не купим. Да у меня на компьютере еще есть место. Не переживай. Ты за меня не переживай. Пробки у нас, пятница. А вон там библиотека же. А, вижу. Зайдем? Хорошо. Посмотреть. А вдруг?
Так, ну вот мы пришли домой. Дома сходили мы в светофор вот так прекрасненько. Батон купили рядом с светофором 28 рублей. Называется городская булочка. Это у нас 50... Господи, сколько у нас? А, 50... Ну, 51 рубль. Ладно, 51 рубль. Здесь 6 рублей. Они по 6. Мы готовимся к лету, к путешествию. У нас на лето шикарнейшие планы. Как всегда, путешествия. С собой что-то нужно будет брать, кушать. Вот постепенно то в фикс-прайсе покупала я такие за 5 рублей, то вот еще вот купила. Надо побольше было брать. Не знаю, что-то я взломала. Так, смородина 107 рублей. Замороженная. Я очень люблю черную смородину. Попробуем, пока она на вкус. АОС. АОС у нас стоил 73 рубля. 74, пускай 74 будет. Так, эти 161 я купила в пятерочке. Это около 20 рублей. Так, чебуреки 75 рублей. И 76 рублей наггетсы. Мы купили попробовать, мы пробовали. Вот, их, в принципе, на них попозже. Вернее, в обзоре. Ой, господи, обзоре. Во влоге, в другом влоге увидите. Мы завтра их будем кушать. Вот, я пока на диете. Попробуем. Попробуйте, вернее, увидите. А, все. Еще там горошек прячется. Вот. Ну и получилось, короче, с мужем напополам платили. 295 рублей и 291 рубль. Вот. А, еще прокладку купила за по 55 рублей ежедневки. Вот, я ими пользуюсь. Не знаю, посмотрим. Ну, такие я не покупала еще. Посмотрим, как они. Хотела сказать, вкусные будут или нет. Мягкие или нет. Вот. Всем спасибо за просмотр. С вами был канал Артмания. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии обязательно. Подписывайтесь обязательно тоже. Будет очень много интересного скоро. Скоро у нас лето и путешествие. Так, ну, в принципе, вот и все. А масло, кстати, мы из масла с вами будем делать печеньки. Я хочу делать песочное тесто из него. Вот, я еще в прошлый раз его покупала, но мы его покупали на пробу больше. А в этот раз мы его специально оставлю, буду из него печеньки делать вместе с вами. Вот. Все, всем пока-пока.